комментарий по матчу. Такие разные таймы, первый тайм, второй. Не первый раз в этом сезоне, третий уже победа волевая. Соответственно, третья? Какая? Какая? Волевая победа. Третья, по-моему. Насколько я вообще помню. Ну, скажем, ну, не первая выездная в Оренбурге, дерби на столе. А, нет, в этом же вопрос. Еще не закон волевая. Вот, ну, в чем разница, вообще таких разных таймов? Да нет, есть какие-то ошибки все время. Я бы не сказал, что по самоотдаче, по качеству это были разные таймы. Наверное, надо сказать о том, что мы в каких-то ситуациях действовали не очень правильно. Очень глубоко садились в первом тайме. Если вы посмотрите на пятерку наших игроков в обороне, они глубоко садились. По второму тайму разницу, которую мы поправили, мы дали им играть чуть выше. Выше здесь встречать соперника, очень близко играть и плотно в средней зоне. И, в принципе, этот блок, который у нас был, он ориентировался по мячу во втором тайме. И мы достаточно много мячей выигрывали в подборах, сохраняли эти мячи, не теряли быстро эти мячи. И, естественно, второй тайм вот в таких ситуациях можно сказать, что выглядит по-другому. Но сама отдача, желание, организация игры была, она хорошая. Но есть человеческий фактор, где игроки, может быть, позже реагируют на ситуацию. Мы сделали поправки, и во втором тайме, ну и футбол, и игра, и голы были. И Чумич до этого мог забить еще один момент, который был стопроцентный. Поэтому по первому тайму, если мы говорим о территориальном каком-то преимуществе. Мы начали очень хорошо, но дальше мы создали сами возле своих ворот достаточно большое количество стандартов. И эти стандарты, они приносили какое-то напряжение в штрафную. Но не стопроцентный момент. И один момент, который случился, это гол. Ну, очень острый угол, нулевой угол почти. Но, к сожалению, мы пропустили. Но мне понравилась реакция команды в перерыве. Она вышла и играла уже по-другому. Валентин Ладу заменили достаточно рано. Потерялся на поле, как оценить? Не рано, во сколько? Во втором тайме, в середине. Ну да, уже во втором тайме, в середине, в принципе, мы планировали эту замену, потому что Чумич должен был усилить как раз вертикальную игру вперед, открывание вперед, он обладает хорошей скоростью, и у него очень хорошо получалось. К сожалению, он не забил, Чумич болел, и сейчас его состояние не очень хорошее в раздевалке, но он вышел очень хорошо. Победу, ну, все же ходили, перед матчем ходили большое количество слухов о возможной вашей отставке. Насколько вам они, вы устали уже, слышали эти слухи, и, соответственно, все, вы смогли, скажем так, эти слухи все развеять? Да я никому не хочу развеивать слухи. Я знаю лающих за спиной. Я знаю, что это происходит уже не первый раз, это уже в течение полутора лет. Но мне очень важно, чтобы все это не шло в команду. И вот тот микроклимат внутри команды, ну вот за него я буду бороться. А бороться за то, что там говорят у меня за спиной, ну, неинтересно мне это. Мне зачем это нужно? Эта вонь мне не нравится, поэтому я ее не нюхаю. Вот и все. Спасибо. У нас был честь вопрос по поводу Йотана в Польше. Сегодня Формул Дубль принес победу команде. Как в целом можете его адаптацию и команде, и вот эту конкретную игру оценить? Надо сказать, что он постепенно адаптируется. Парень достаточно молодой, и мы видим, что у него есть хорошие качества, он очень объемный, он навязывает достаточно много борьбы, и если вы посмотрите, когда он работает с мячом, зачастую он все смотрит вперед, да, большинство моментов он старается играть вперед, и качество исполнения у него очень неплохое. Естественно, адаптация – это не такой быстрый процесс, но сегодня мы видели, что он и перестроился, и по второму тайму, в первом тайме какие-то моменты были не очень, но все равно выглядел он достаточно уверенно и в первом тайме. Он просто опаздывал перекрывать зону фланговую, если вспомните, сколько моментов Оренбург в первом тайме разворачивал, и он реагировал на атаку флангового игрока только после передач. А это нужно было делать до передачи, перестраиваться. Тогда Иву поднимался бы в его позицию, и мы бы были более компактны. А получалось, он отрывается, Иву остается, между ними большой зазор, там получает этот игрок, который стоял в середине мяч, и Оренбург проводит атаку.
Во втором тайме стало по-другому, они оба стали выше подниматься и прессинговать, и задняя линия нашей обороны стала подниматься, поэтому все было, и по первому тайму у него, в принципе, было неплохо, только за исключением этих моментов, а во второму тем более. Еще такой вопрос, в середине тайма показали информацию, статистику дали о том, что Рубин является лидером чемпионата по количеству так называемых болевых очков, о чем это может говорить? О том, что у команды есть характер. И это мы в очередной раз увидели. Да я и впервые увидел реакцию команды, которой не нужно было много говорить, потому что они были готовы не слушать, а выйти сразу поменять. Мы сделали вот эти корректировки, чтобы они выше поднялись, играли по флангам чуть выше, быстрее соперника накрывали и реагировали на выходы в контратаке, потому что в первом тайме реакция была не очень. И во втором тайме в 2-3 эпизодах мы опоздали с этой реакцией. Но в принципе мы видим, что у этой команды есть характер.